В эфире новости из Венгрии на телеканале М1, и я их ведущая Дарья Фоменко. Коротко о главном на сегодня. Специалисты считают, что пик эпидемии коронавируса в Венгрии наступит 3 мая. Здравоохранение готово к приему зараженных, даже если их число резко увеличится. Однако Всемирная организация здравоохранения считает такой сценарий маловероятным, поскольку меры, принятые венгерским правительством, оказались эффективными. Глава офиса ВОЗ в Будапеште заявила, что в Венгрии проводится достаточное количество тестов. Военные также помогают в защите от эпидемии по всей стране. В городе Ясберень, в больнице Святой Елизаветы, они установили специальный шатер, где будут проходить проверку пациенты с симптомами острых респираторных болезней. А в городе Печь в местный военный госпиталь доставили 100 дополнительных кроватей на случай нехватки мест для новых больных. В минувшие выходные в Будапеште соблюдали правила ограничений лучше, чем в других регионах страны. По опыту полицейских, число нарушений на выходных выше, чем в будние дни. В прошедшее воскресенье полицейские выписали около 4000 протоколов. С начала ввода ограничений было зарегистрировано более 26 тысяч нарушений. Благодаря ограничениям на передвижение в Будапеште сократилась загрязненность воздуха. Это хорошая новость, поскольку это может замедлить распространение вируса. Итальянские специалисты доказали, что пыль переносит не только грязь, но и вирусы. Однако венгерские специалисты сомневаются, что это само по себе замедлит темпы заражения. Условия для работы в режиме неполного рабочего дня станут более благоприятными. Государственной поддержкой для выплаты заработной платы можно будет воспользоваться не только в том случае, если работники заняты на 4, но и на 2 часа. Кроме этого, предприниматели могут взять льготный кредит с процентной ставкой 0,1 для выплаты зарплат. Правительство, торговая палата и профсоюзы считают, что эти меры сохранят большинство рабочих мест. С начала эпидемии коронавируса значительно возросла киберпреступность, заявил директор военной службы национальной безопасности на заседании Комитета по иностранным делам венгерского парламента. Янош Береш отметил, преступники пытаются извлечь выгоду от распространения фейковых новостей. Для борьбы с ними во многих странах были вынуждены привлечь военных специалистов. На этом у меня все. Благодарю за внимание. И не забудьте, лучший способ беречь себя и своих близких – это оставаться дома. Марадиотхон. До свидания.